Условно можно сказать, что наша жизнь – это большой вот такой круг. Сейчас я его нарисую. Вот на книжечке. Что находится в этом? Вот это все – это наша жизнь. Здесь рождение, здесь смерть – это все наша жизнь. Похоже на шар. Конечно, похоже на шар. Скажите, из чего состоит наша жизнь? Наша жизнь состоит из событий, правильно? Событий, чувств. Ну и два компонента – радость и страдания. Радость и страдания. Здесь можно написать, что знание. Вся наша жизнь связана с тем, насколько мы можем подниматься по ступенькам жизни. То есть чем быстрее человек поднимается вверх, тем легче его судьба. Чем судьба отягощается? Судьба всегда отягощается, и всегда человек в яму скатывается в тот момент, когда у него вот эти компоненты негативные. Это негативные знания, негативные картинки, негативные чувства. Когда он сам себя загоняет, то есть когда человек не отдыхает, постоянно ищет какую-нибудь неприятности, не может находить неприятности, не может жить, как я это называю, в позитивном сегменте. То есть он пытается, но не хочет ничего делать для того, чтобы это все у него изменялось. Что нужно сделать? Очень есть простой метод. Это метод, который называется «найди в себе хорошие чувства». Какие хорошие чувства? Не придираться, не злиться, не обижаться, не нервничать, не беситься. Второе, начните обращать внимание. Ну вот, допустим, там человек плохой, вы долго переживаете, оно вам надо? Ведь живите ради того, что я называю жизнь. Легкая жизнь – это воздушные, прекрасные, хорошие чувства. Они поднимают вас энергетически, и вы выходите из ямы. Когда человек в яме, он постоянно находит что-то плохое. Вот еще это не так, еще это, и почему он такой, почему я не такая, почему вот это плохо, почему это. И там, а вот так случится, вот так, а вот еще информацию нашла и так далее. То есть раз смотрите свою жизнь, если вы катитесь, то у вас нет хороших чувств, вам их необходимо найти. Чем больше будет, тем человек становится духовнее, дух в нем появляется, это дух прекрасного. Он наполняет нашу жизнь. Так человек, говорят, у человека каменное сердце, он сердитый, вредный, там все плохо, рядом с ним я страдаю. Это все отягощает вашу душу, вы скатываетесь, и после этого вам нужно что-то, что вас будет воодушевлять. То есть вам необходимо из ямы выбираться вот такими моментами, о которых я рассказывал на первой ступени. Вдохновляйтесь, удивляйтесь, произносите слова «мне нравится то», да «мне нравится это». Это очень изменит в вашем случае вашу жизнь. А так, глубокая яма есть следствие начала. В случае, если у человека много хороших чувств, если он хотя бы находит это что-нибудь в себе, как это вообще необходимо начинать все? Необходимо спать, необходимо не искать информацию какую-либо, которая может негативно воздействовать. Необходимо, может быть, там, отдохнуть, умыться, погулять, найти кого-то, кого вы любите, собачку, там, может, ребеночка, с кем-нибудь по коммуникации.